Самые большие порты в мире. Топ-10. Порты – это многоцелевые районы, предназначенные для безопасного и надежного плавания судов. Место или место на морском побережье, которое в основном предоставляется для швартовки корабля или для передачи людей или груза. По всему миру построено и действует большое количество портов, обеспечивающих отличные водные перевозки. Порты могут быть оценены в мировом рейтинге по многим критериям, таким как объем груза, размер контейнера. Пропускная способность портов измеряется в TEU, 20-футовых эквивалентных единицах, это в контейнерах. Основываясь на этой единице измерения, составлен список из 10 самых больших морских портов. Большинство из этих оцененных морских портов относятся к азиатскому континенту и при дальнейшем сужении этой статистики в основном относятся к одной стране – Китаю. Стоит отметить, что список крупнейших портов мира постоянно обновляется. Это в основном связано с развитием, происходящим в каждой стране мира в отношении морских грузоперевозок и коммерческих сетей. На первом месте порт Шанхая, Китай. Имея в общей сложности 5 рабочих зон, порт Шанхая стал крупнейшим портом в мире, превзойдя порт Сингапура. Только в этом году через порт Шанхая, который имеет как морской, так и речной порт, было обработано около 29 миллионов 20-футовых контейнеров. Порт Шанхая является источником большой экономической активности в районе реки Янцзы, что помогло укрепить экономический статус таких регионов, как Чжэцзян, Цзинсу и Хэнань. Его грузоподъемность составляет около 744 миллионов тонн, что позволяет одновременно эффективно управлять 32,5 миллиона контейнеров размерами, равными стандартными контейнерами. Порт простирается на площади 3619 квадратных километров в слиянии реки Янцзы, а порт принадлежит международной группе портов в Шанхае. Порт включает в себя 3 наиболее важных контейнерных порта, расположенных в Усонкоу, Вэйгаоцзя и Яншане, с общим количеством причалов 125. Протяженность набережной составляет около 20 километров. Через этот порт осуществляется четверть международной торговли из Китая, и в среднем ежемесячно этот порт обслуживает около 2000 контейнеровозов. На втором месте порт Сингапура. Когда-то считавшийся крупнейшим портом мира, порт Сингапура занимает второе место в той же категории. С экономической точки зрения Сингапура порт играет очень важную роль, поскольку он обслуживает гигантский рынок реэкспорта. Порт Сингапура связан с более чем 600 портами в более чем 100 странах. С точки зрения обработки, судоходный порт обрабатывает 1/5 мировых грузовых контейнеров и отвечает за транзит почти 50% мировых поставок сырой нефти. Грузоподъемность порта Сингапура составляет около 537,6 миллиона тонн. Ежегодно порт принимает в общей сложности около 140 тысяч судов. Эйсинапор в сотрудничестве с портом Джуронг управляет портом, а также различными портовыми терминалами. Основные портовые терминалы порта Сингапура расположены в Пасир, Панджанг, Танджонг-Пагар, Симбаванг, Кёпель, Джуронг и Брани. Здесь находится около 204 причальных кранов и множество козловых кранов. В настоящее время этот терминал находится в стадии разработки, и в ближайшем будущем планируется расширить его до 15 причалов и ввести в эксплуатацию. На третьем месте порт Тяньцзинь, Китай. Порт Тяньцзинь в Китае занимает третье место в списке крупнейших портов мира. Порт Тяньцзинь является третьим по величине портом в Китае и самым большим портом в северной части страны. С последним развитием в судоходной отрасли количество грузов увеличивается в среднем на 5,5
0,3%, а количество контейнеров увеличивается на 6,2%. Грузоперевалочные мощности этого порта таковы, что единовременно он может переваливать около 476 миллионов тонн грузов. При малом значении количество стандартных контейнеров может перевозить до 12,3 миллиона. Этот порт, управляемый группой компаний Tianjin Port Group, построен на выходе из реки Северного Китая под названием река Хайхэ-Силом общей площадью суши и воды 131 квадратный километр и 336 квадратных километров соответственно, чтобы служить связующим звеном между 500 портами примерно 189 стран. В совокупности этот китайский порт имеет 159 соединенных между собой причалов, образующих превосходную портовую сеть. На четвертом месте порт Гуанчжоу, Китай. Крупнейший порт на юге Китая, порт Гуанчжоу, имеет связь с более чем с 300 портами почти в 100 странах. Порт является опорой промышленного пояса в регионах Гуанси, Юньнань, Хунань и Цзинси. Порт Хуанпу также является частью порта Гуанчжоу. Существует небольшая разница между грузоподъемностью порта Тяньцзинь и порта Гуанчжоу. Порт Гуанчжоу может обрабатывать грузы объемом даже более 460 миллионов тонн, по этой грузоподъемности он занимает четвертое место в рейтинге. На начальном этапе, в 1999 году, этот порт был построен между дельтой реки Перл. Он был предназначен для обработки только 100 миллионов тонн груза, но эта пропускная способность постоянно растет и расширяется. Так что общая пропускная способность достигает нынешней грузоподъемности около 460 миллионов тонн, что более чем в 4 раза превышает пропускную способность. 100 миллионов тонн в 1999 году. Это расширение пропускной способности портов стало приглашением для увеличения торговли из этих портов и увеличения грузопотока. Четыре ключевых района этого порта, которые являются наиболее загруженными портами, а именно порт в центре города, порт Синьша, порт Хуанпу и район порта Наньша. Если высший порядок портов установлен на основе их погрузки и разгрузки специально для угля, то этот порт в Китае стоит на первом месте. На пятом месте порт Нинбо, Чжоушань, Китай. Созданный как совместное предприятие портов Нинбо и Чжоушань в 2006 году, порт Нинбо-Чжоушань является вторым по величине морским портом в мире. Обслуживая три реки Янцзы, Юн и Кайтанг, порт ожидал огромного роста из-за строительства нового терминала. Основными портовыми районами этого порта являются портовые районы Бейлунь, Нинбо, Чжэньхай, Чжоушань и Дакси, и этот порт управляется группой портов Нинбо. Он состоит из 309 причалов, которые соединяют огромное количество портов, всего около 600 портов, между 100 странами. Недавнее слияние этого порта и порта Чжоушань привело к увеличению совокупной пропускной способности двух портов, которая достигла 16,83 миллиона контейнеров. На шестом месте порт Роттердам, Нидерланды. Порт Роттердам носит два титула. Во-первых, крупнейший порт Европы, а во-вторых, шестой по величине порт в мире. Он безопасно обрабатывает 441,5 миллиона тонн грузов. Приблизительная протяженность этого порта составляет 12 426 гектара, при длине 42 километра. В окрестностях этого порта находится промышленный комплекс. Порт Роттердама является самым глубоководным портом в северо-западной Европе. Региональное правительство реализует программу развития этого порта, которая примерно удваивает его пропускную способность. Европейский порт был крупнейшим портом в мире в течение 42 лет
с 1962 по 2004 год, прежде чем его обогнали Сингапур и Шанхай. Порт Роттердама является крупнейшим портом во всей Европе. На седьмом месте порт Сучжоу, Китай. Достигнув грузооборота в 428 миллионов тонн, порт Сучжоу стал седьмым по величине портом в мире. Этот порт также имеет высокий рейтинг, когда порты ранжируются в соответствии с их бизнесом, и этот порт помещается в категории самых загруженных внутренних речных портов по всему миру. Муниципальное правительство Сучжоу владеет и управляет функциями порта. Он построен на реке Янцзы в ее нижнем течении с основными портовыми районами, а именно портами Чаншу, Чжэнцзиган и Тайцан. Эти портовые зоны включают в себя 224 причала и обслуживают более сотни национальных и международных судоходных маршрутов. Этот порт используется в основном для перевозки различных строительных материалов и угля. Департамент администрации порта Сучжоу управляет всей деятельностью в порту. На восьмом месте порт Циндао, Китай. Крупнейший в мире порт железной руды, или порт Циндао, был создан у входа в залив Цзячжоу полуострова Шадун и занял восьмое место в рейтинге крупнейших портов мира по грузоподъемности. Этот порт управляется государственной портовой группой под названием Qingdao City Port Group и может самостоятельно обрабатывать грузы объемом около 400 миллионов тонн и даже больше. Он не только занимает место восьмого по величине порта, но и является крупнейшим китайским портом по транспортировке сырой нефти. Этот порт был создан путем слияния трех портов, а именно нефтяного порта Хуанда, старого порта Циндао и нового порта в Циньване. Этот порт соединяет около 130 стран мира через сеть из около 450 портов. Это единственный порт, хорошо оборудованный всеми высокотехнологичными объектами, а также развитой промышленной зоной в своем районе. На девятом месте порт Далянь, Китай. В десятке крупнейших портов мира девятое место занимает порт в китайской провинции Ляонин под названием Далянь, переваливший более 303 миллионов тонн грузов. Далянская портовая компания владеет этим портом, а также несет ответственность за всю деятельность порта. В порту Далянь около 80 причалов и 7 важных районов: Далиньган, Ганьцзиньцзы, Далиньвань, Ниньювань, Синглуцзя, Даяван, Хёйцзуйцзы и Сергоу, которые соединяют более 99 судоходных линий по всему миру. Кроме того, это региональный порт, отвечающий за почти все региональные перевозки в окрестностях. На десятом месте порт Пусан, Южная Корея. В дельте реки Нактанган расположен порт Пусана. Пропускная способность этого порта составляет около 298 миллионов тонн грузов. Администрация порта Пусан управляет и несет ответственность за надлежащее функционирование этого порта. Порт Камчхон и Дадепа, а также южные и северные порты, являются ключевыми портами, из которых состоит порт Пусан. Это крупный порт Южной Кореи, на который приходится основная часть рыбной продукции страны, экспорт навалочных и контейнерных грузов обслуживается только этим портом. Площадь водосбора, на которую раскинулся этот порт, составляет 840 тысяч квадратных метров и может одновременно принимать 169 судов. В заключение можно сказать, что Китай лидирует в развитии портов и управлении ими, поскольку 7 китайских портов входят в список 10 крупнейших портов мира по грузоподъемности. Китайский порт Шанхай возглавил список благодаря своей самой высокой грузоподъемности среди всех портов, созданных на сегодняшний день. Этот рейтинг портов составлен на основе пропускной способности контейнеров в миллионах тонн.